Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана и заместителем госсекретаря США. Джейхун Байрамов проинформировал Стивена Бегана о том, что армянская сторона в третий раз нарушила согласованный гуманитарный режим прекращения огня и преднамеренно нанесла удар по гражданскому населению Азербайджана в городе Барда. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети и женщины, в городах, удаленных от зоны конфликта, неоднократно подвергались нападениям со стороны вооруженных сил Армении после встречи в Вашингтоне и накануне запланированных переговоров в Женеве. В свою очередь, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки выразил серьезную обеспокоенность по поводу жертв среди гражданского населения и заявил, что нападение на мирных жителей недоступно. Стивен Беган подчеркнул важность снижения напряженности и принятия соответствующих мер для достижения политического урегулирования конфликта.